Сорт острого перца Пуэрто-Рико Yellow. Пуэрто-Рико желтый. Это сверхвысокоурожайный сорт. Вот такими вот красивыми плодами. Этот перчик созревает вот от зеленого, потом становится почти черным и переходит на вот такой вот интересный цвет. Желтый, фиолетовый, с фиолетовыми разводами. Очень-очень красивый. Плоды похожи на фонарики. Это сорт имеет остроту от 100 до 500 тысяч скобелей. Срок созревания такого перчика от 85 до 90 дней. Можно сказать, средний срок созревания у него. Высота кустика от 50 до 80 сантиметров. Вот я его обрезал. Он еще все равно цветет. Вот такой вот кустик интересный. Большое количество плодов на нем. Этот перчик имеет пряно-фруктовый вкус. Очень сочный. Плоды очень плотные, хрустящие. Плоть у него толстая. Посмотрите, какая красота. Смотрите. Разве не красавец? Такие-то у него интересные плоды. Этот сорт многолетний. Его можно выращивать как на подоконнике, так и в открытом грунте. Дает большое количество плодов и очень урожайный. Всем советую такой сорт. Очень плодовитый. Вот он начинает свисти, завязывать. Я все пообрезал, он все равно все вяжет. Очень хороший сорт. Так что советую всем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.